это второй фильм из нового торгового центра «Что на Павелецкой». В первом я рассказывала о своих впечатлениях, о строении, идее, оформлении. Торговый центр действительно классный, очень впечатляет. Ну а сегодня об одном из магазинов, который порадовал ценами и особенно скидками. Давайте смотреть вместе. На что хочу обратить внимание. Начальная цена относительно товаров в других магазинах уже не шокирует. Но здесь проходят новогодние скидки. И красные ценники – это уже 50% от начальной цены. Еще один очень приятный бонус, который работает в новогодние скидки. Здесь на кассе вы можете оформить виртуальную карту, которая работает по номеру телефона. Эта карта накопительная, вы можете ей пользоваться всегда. Ну а сейчас по этой карте вы получаете еще минус 15% от красных ценников. Мне кажется, это очень заманчивое предложение.
хорошей идеей для подарка мне показались вот эти стаканы со знаками зодиака. Ведь можно выбрать любой, они продаются поштучно. И если я не ошибаюсь, цена такого стакана около 500 рублей. Часы Богемия, хрусталь, в основании 37 сантиметров. От красного ценника минус 15%. Мышки в чашечках где-то около 500 рублей. Ну а так выглядит зона фуд-корта в этом торговом центре. На этом все. Торговый центр еще не полностью заполнен магазинами, так что сюда вернемся еще не скоро. Всего доброго, до следующих фильмов.